Хочешь много бабла в GTA Online, но нету реальных денег, чтобы купить прокачку? Не беда, на канале VanerPlay вы сможете увидеть различные гличи в GTA Online, в том числе и на деньги. Ссылка в описании. Кстати, на F1 не забывайте. Ты дебил, нет, куда ты? Я тебе что-то сделал? Да ладно, я взял! Да ладно! Как это пройти? Да нет! Иди в жопу! Всем привет, дорогие друзья, с вами Диско. Сегодня немножечко другая аудитория здесь собралась. С вами я, Диско, Барос, Хайпер, Кузак. И посмотрите, сколько у нас здесь много игроков. Всем привет, ребята. Всем привет, дорогие друзья. А вы знаете, что Диско сделал? А он на ПК теперь играет. Да-да. Вот такая история. Лайк ставим, да-да-да. Ой. Ну шо, ой. А что происходит, собственно? Я сам не понимаю, что происходит. Это просто выханалия. Так. А я еду четвертый, пацаны. Я пятый. Я сейчас вылечу нафиг. Вообще гонщик. Ё-моё, капец, я что происходит здесь? Мама вообще непонятно. Так. Ничего непонятно, ничего не понятно. Доброе утро. Отлично, я первый. Развернула. Так. Пацаны, еле, да еле вы заёбали меня трогать, чё меня все трогают? Уй, пропустил наверное, поворот. Ты мягкий, скавли, всем нравится. Привет. Я, пожалуй, наверное, единственный, кто на 15 месте, да? А я 12, наверное, развернула вообще. Так, пацан, не надо Вова, или кто-то там. Это ребята Кобра Вол Райт, ребята, Кобра Ой, извиняюсь, пацан, просто. Сейчас жесть какая-то, блин. Что, мы сейчас проехали какую-то спираль, это что? Это что, нам надо будет по этому ехать? Я не пройду, нет. Слушай, такая она легкая, ты чё? А ты на геймпаде была, да? Пройти, как знаешь, как вот описываться, вот то же самое, вот, в принципе. Ага, то есть такая аналогия, да? Так, так. Также, ребят, давайте по лайку ставим, пишем свои комментики, прикольные, угарные, для лясь. Да, так всегда. Да. Вот, ну, о, в принципе, вот. Я не прошел, да ладно. Я еду. Ну, лох, это сыпай, Кузака. Я прошел с первого раза. Кузака, я точно так же сейчас тупо не взял чекпоинт. Ладно, я взял и все. Так же. Ну, капец. В принципе, мы с тобой очень похожи. Обидно, как сейчас было, очень. Да. Да, блин, дебилы. Так, там народу вообще море. Да, слышь, Барас, тоже не можешь пройти? Да, Диско, ты там, на какой позиции? Я взял, прошел. Да они все встанут, и дурки, и стоят. Ладно, я ничего не слышал, но пофиг. Нормально все. Что здесь происходит? Все шикарно. Я даже не знаю, когда мне говорить. Ребят, все, я прошел. Я чекпоинт не взял! Все летают, ничего не понятно. Я просто вылетел. Я тебя только что видел. Давай, машина, давай. Все. Так, два кругачка стоят. Гонка прикольная. Просто посмотрите на карту, на карте столько людей, вообще жесть. Да. А меня 21 человек, я впервые такую гонку играю, чтобы столько народу. Серьезно? Ребята, какие у вас места? Что там, как? Третий. Я 10-й, ого. А я 5-й, да ладно, так на такой плохой позиции. Я сейчас тебе там место немного, это, сдал. В смысле сдал? А. Ну, я просто там хайпера там помог. Так, я смогу. Да ладно, а тут сколько кругов-то? Тут два круга стоит, шоу, какой вот афак. Не-не-не, извини, пацан, не буду больше, все. Какая-то сложная карта вообще. Ладно, шучу. Да не, о, я вижу Кузаку. О, так, молодец. Я конечно, 9-й гоняю, я сейчас молодец. Я вообще крутой. Барас там на своей волне просто. В смысле? Почему? Мы здесь все на своей волне, потому что мы разных. Я волна. Новая. Так, ты сможешь. О, привет, Диско. Там Диско взял и тут пацана, короче, прям в это. Он тоже меня врезался, поэтому. Диско, пацаны, заткнитесь, ой. Ну, пожалуйста. Мне же микрофон залагал. Там у Хайпер бомбит уже. Диско, я за тобой, Диско. О, боже мой. Привет, Диско. А, это не ты. Привет. Как сложно вообще. Я думал, это твоя машина. Я прям за тобой должен ехать. Ну нет, ладно. Я даже Хайпера не слышу, блин. Финиш, наконец. Да-да-да. Так, я тоже здесь. И это финиш, ребят, на 4-й позиции. Все, сейчас я говорю, следующая гонка, ля-ля-ля-ля-ля. Опа, она, пацаны, следующая гонка подъехала. Да-да-да-да. Подъехала. Урва. Чё, я здесь много народу? Максим вернулся. Ох ты, падает что-то. Максим вернулся. Это ваша самооценка падает. Ну, ссылочку. В смысле моя самооценка? Я и так заниженный уже, ты чё тут на меня? Блин, не надо. Я опущенный. Ребята, давайте, проходим десятую гонку. Да дебилы черные, нигеры. Меня вынесли. Бля, пацаны, где на мне, пацан? Блин, пацан, да куда ты меня? Прибили, молясь. Позади. Диско, братан, госта пока. Да вы придурки, чего меня толкаете? Да нет, красный дебил. Я тут никого не пытаюсь толкать. Диско, брат, короче, мы сейчас с тобой берем и просто всех выносим. Диско, братан. Я 17, я 17. Максим, мне не друг, отстань. Хайпер, привет. Не толкай меня, мы друзья все. Ой, так, короче, все. Ребята, наша компания, мы пятеро, мы в тиме. Все хорошо, все. Да, все, ну на. Как это пройти? Тема вообще.
слишком сложно. Максима нашел, я просто улетел куда-то. Я тоже улетел. Кстати, на F1 не забывайте. Ты дебил, нет, куда ты? Я тебе что-то сделал? Да ладно, я взял. Да ладно. Как это пройти? Да нет, иди в жопу. Я тоже, блядь, дебилы в другую сторону едут, алло. Я слишком профи. Тихо. Да, взял. Опять, сейчас будет сложно, потому что сейчас тут другие люди едут в другую сторону. Да, знаете, а для этих гонок ставится бесконтактный режим, я вам секрет открою. Да нет, тут... Хотя было ставить. Да что за фигня? Просто толкают, как хотят. Все, я улетел. Давай, мы пройдем это. Я взял! Ну это же легко. Ой, куда летишь? О, Хаппер, привет. Ой, тебе пуль! Блин, я опять просто не взял чекпоинт. Просто не получается. Да. Блин, тут два круга. О, тихо. А вы прошли в ту сторону, нет? Тихо. Да, я прошел, но я восьмой еду. Как-то сложно вообще. Так, я 12-й, просто комедий. О, твоя мать моя, у меня не получается. Кто меня тронет, тот гей. О, Кузак и гей. Я просто только прошел в бунт. Тихо. Да нет, Хайпер. Там зажимай стрелочку вниз и на А нажимай, вот чё. Ой. Пакет, да. О, всё, спасибо. Чай, пацан, я еду. Почему вы называете это пакет, если это воздушный карман? Какой пакет? Непонятно, откуда вы берете эти слова. Воздушный кок. Не трусы, воздушные трусы тоже звучит. Воздушный диск. Воздушный диск. Погнали, Хайпер. Что за... Пожалуйста, прикройте чуть-чуть. Разрывание, так. Ну, пацан, ну не толкай ты дерьмо. Ой, погнали. Да. О боже. Я приближаюсь к этому боулингу ходячему. Давай сейчас, короче, барас это. Я знаю, я понял. Да, это боулинг. Это диско. Привет. Я взял диско. Чекпоинт, Хайпер, давай с тобой я едем. Я так рад тебя видеть. Ай, зачем меня было сталкивать? Ты сейчас на чекпоинт вылетишь, наверное. Да, я 500 километров упал. Ты взял чекпоинт? Я не взял чекпоинт. Ладно, давай я сзади пристроюсь, чтобы был воздушный карман. Я не буду тормозить, я смотри, сейчас прохожу просто с первого раза. А я смотри, что делаю. Зачем? Я взял чекпоинт хотел. О, смотри, даже тактика сработала, диску. Блин, меня тут все толкают. Меня вытолкнули, я почти дотронулся до чекпоинта, меня вытолкнули. Там уже кто-то финишировал, понимаете, ребят? Извини, пожалуйста. В смысле, там уже на третьем месте финишировал. Господи, я уетела. Я не еду. Тихо. Я уетел, пацаны. Привет, Максим. Пока. Так, я смогу. Да ты тупой! Это ты фреш? Да. Я пройти не могу никак, не смешаю. Что потянулся, порвался от твоего носа? Да ты фреш! Нет, да ладно, что, правда, что ли, фреш? Блин. Ребята, Discovery! Наконец-то! Discovery в море полетел. 11 место, я заслужен. Я сейчас, ребят, схакерю. А, нет, я взял контроль. Я всегда хакерил. О, сзади меня диско едет, привет. Отлично. Все. Так, ну я на 9 месте, ребят. А скоро финишировать буду. На 9 месте? Ты чё, типа, кого однозначно? Так, я 12. Мне никто не помешает, Как же мне не делать? Эх, как же мне обидно, когда я еду 14-й, хотя ехал 8-й, ну, ребят, всё шикарно. Скоро таймер будет. Фрэш, ещё обиднее. Скоро будет таймер, я сейчас... Так, диско, мы успеем с тобой, всё. Это хорошо. Доброе утро, моя дисочка. Блин, чипа получил. Дисочка-сосисочка. Хе-е, хэштег. Сиська. Хэштег дисочка-сосисочка или хе-е? Непонятно. Ой, я еще могу 11-й прийти. Да ладно! А, нет. А я 11-й еду. Ой, таймеры, ребята, я финишировал. Ну ладно, ребят, все. Я успел есть. Да, просто лайк.